покажу, как замыкается лампа. Сто 16 ватт, 250 вольт от облучения. Вот. Облучается только антенной, все, ничего более нет. Уберу провода лишние, которые тут. Не участвует. Только одна лампа вот участвует. Тут приличная обмотка. И облучается антенной. Вот это индуктора, от этого конца вот нигде не подключены. А этой съемной конец тоже нигде не подключен. Идет один съемный конец на лампу. Второй конец лампы идет на землю. Теперь подкручиваю частоту при резонансе. Ток растет, конечно. И вот говорит, лампа от одного искра. Потребление 19 вольт, вот такой ток. Транзистор, конечно, греется. Транзистор RF640N или RF640. Наверное, послабее лампа на весь накал загорится. Вот, послабее лампа 53 ватт. Но она на весь накал, наверное, теперь не горит. Отключу частоту. Вот, ее самая яркость на этой частоте. Вот потребление, потребляемый ток. Ну, немножко искра слабее. Очень светло. Очи свет наш, дивный ясный, будь наш светлый и прекрасный. Стань небес в тишине, сиянием нежных, царит на земле, о, сияющий свет.
сердца согревая, мелодии нежной любовь воспевает, сияющий свет волшебною песней, он должен людский звучит с ними вместе. Напои нас, Господи, благодатью нежной, чистотой небесною, души нам омой. Помоги нам мир обнять радостью весенней, Рождества чудесного вечною весной. Напои нас, Господи, той небесною, души нам омой. Помоги нам мир обнять радостью весенней, Рождества чудесного вечною весной.